Приветствуем всех в эфире «Недельная глава», глава Бамидбар, очень особенная глава, которая начинается с рассказа о делении народа на колено. Моше получил послание разделить всех мужчин на колено в их движении, в их переходе. Например, Иуда должен был сесть с восточной стороны, Гад Шимон с южной стороны, и так далее. Объясняется очень подробно и детально, каким должен быть порядок движения колен. И в особенности отмечается, что колено Леви не должен подчинять самому порядку, он должен отвечать за скинию, за шатер завета, он должен заниматься всем, что касается шатра завета, и он должен находиться рядом с ним. В конце главы рассказывается о заповеди выкупа первенца. Моше заповедовал выкупать всех первенцев в возрасте после одного месяца, и нужно делать этот обряд выкупа первенца. Вот, например, отрывок из этой главы. Вот те заветы, которые Моше и Аарон заповедовал 12 мужьям, как одному человеку с одним сердцем. И были все мужчины из Израиля от 20 до 60 лет призваны в армию. Ну, исходя из того, что ты уже сказал, можно понять тому, кто изучает науку Каббала, что говорится о движении по духовному пути. После того, как получили силы человека, большую поддержку, это называется дарование Торы и получение Торы, человек начинает продвигаться вперед, он должен проверить себя, свои душевные силы, духовные силы, как он должен работать с ними во всех состояниях. Есть состояния, которые называются остановка, привал, тогда есть сплочение сил хасадим, это называется бездвижение, остановка. После того, как когда набираются сил хасадим, двигаются вперед и начинают привлекать свечение хухма в хасадим, это называется, что приближаются, продвигаются вперед к святой земле, земле обетованной, это земля рацион от слова желание, эрец и рацион, получение ради Творца, и считать силы должны как маленькие, как он говорит в недельной главе о заповеди выкуп первенца, но когда двигаются по пустыне, нужно учитывать и большие силы от 20 лет и далее, то есть это большой уровень в получении ради отдачи. Об этом говорит Тора, что человек должен проверять себя, то есть поход в пустыне, и он очень особый. И сыны Иакова, все эти 12 колен так выстроены, что все двигаются в направлении востока. И здесь Юда, Рувен, Дан, то есть они двигаются таким особым образом, все четыре этих стороны вокруг шатра Завета, и каждый содержит три линии, и всего это 12, 4 помноженные на 3, это Авая в трех линиях, и поэтому так это выстроено, согласно чистоте, закут, как мы понимаем, что исправление следует согласно закут. Сначала идет стан Иуды, потом Рувен, и в конце лишь Дан. В этих сторонах мы можем увидеть, насколько Тора, она как ораа, как инструкция, дает нам четкие шаги в продвижении
в состоянии, которое изначально называется пустыня. Мы каждый раз раскрываем здесь новую страницу в желании получать, которая вышла из Египта нашей. Мы начинаем определять в нем разные формы, формы отдачи, формы святости. От легкого к более тяжелому происходит исправление, и в поступе по пустыне, в движении по пустыне, не следует забывать, что сыны Израиля в течение 40 лет в пустыне, они питались маном. Все это происходило в Орхозер, в отраженном свете, в свете отдачи. И в конце недельной главы, когда говорят о выкупе первенца, выкуп первенца — это новая ступень. После того, как после 30 дней, после месяца, ходыш, это называется хидуш, обновление, то есть новая ступень, на которой он родился, за счет высшего он уже прошел и должен начать уже следующую ступень, свою первую ступень. И тогда необходимо выкупить его. И, конечно же, это делают отец и мать, высшие, те, кто порождают его, Аба Ваима. Они должны дать ему экран, с которым он продолжает двигаться. Это называется выкуп первенца. Есть определенный расчет в этой главе, что левиты вместо всех этих выкупов, там есть разница в числе левитов, и это, может быть, мы коснемся этого в процессе. Что еще? Что там было еще в недельной главе? То, что я говорил. Подсчет сынов Израиля от 20 до 60 лет. Может быть, мы зачитаем первый абзац, который говорит из книги Зоар, главы Бамидбар, который говорит о духовном корне Израиля и какой смысл подсчета Израиля, и что такое шатер завета. Подсчет и расчет. Все, кто не существовал мир, пока Яков не породил потомство, и у каждого вступил войско в Израиль. Мир — это называется душа каждого. Человек — это маленький мир, и говорится только о его душе, как она строится в нем и состояние, как все мы подобны животным, и как мы начинаем движение с точки в сердце, согласно духовному кли, согласно его мира отдачи, его подобию Творцу, мы ощущаем в этом кли такое явление, которое называется будущий мир, духовный мир, новый мир. И, конечно, пока Яков, пока он малый, это маленький начало средней линии, пока он не расставляет своих сыновей, 12 сыновей в начале и не достигает 70, буквально полного уровня, то мы пока не можем еще говорить о строении души. Да. И не было завершено, пока не была завершена Тора, не построен ковчег. И тогда были завершены миры и совершились и высшие, и низшие. Тогда в этом исправлении, когда есть 70 душ, в этой душе человека, когда он начинает видеть свой мир, начинает видеть связь с Творцом и входит в первое духовное состояние. И поскольку были получены шатер, это Зарампин и Малхут. Зарампин называется Тора, а шатер Малхут, и мы заботимся о связи между ними, насколько мы выстраиваем этот шатер, желания, которые могут соединиться вместе ради отдачи, связь между душами нашими.
разбитыми и разделенными, и мы можем соединить их, и из этого мы строим Малхут Мира Ацилут и шатер, и в меру связи между нами, над каким уровнем связи мы, как мы соединяемся, мы входим в Зерампин Мира Ацилут, который называется Тора. Есть связь между Торой и Шатром Завета, и Тора светит в Шатре Завета, или это свет светит в раскрытии своем. И так человек это выстраивает, но, в общем, это душа человека, и в душе мы раскрываем все эти явления. Пожалуйста. Поскольку были уже получены Тора и восстановлен шатер Зерампин и Малхут, хотел Творец сосчитать войско Торы, сколько войска Торы в Зерампине и сколько войска в шатре в Малхут. И хотел сосчитать Израиль, и это войско Зерампина и Малхут. Все, что должно установиться на своем месте, связать ветвь вверху и корень внизу, между Малхут и Зерампин, внизу и ветвь внизу и корень вверху, не останавливается, пока не упоминается вслух и не сосчитывается. Это место экрана, пока это не достигает практической работы, реализации ступени, когда зевук между ними, вместе зевуга между Малхут и Зерампином. Но здесь хотел Творец сосчитать войско Торы и войско шатра, для того, чтобы связать Израиль со своим корнем вверху, Зерампин и Малхут, которые называются Тора и Мешкан, шатер. И все были как один и не разделяются одно от другого. Все как вверху, где корни Тора и шатер находятся в зевуге и не разделяются один от другого и идут вместе. Мы видим из всех этих слов, насколько мы говорим и в учении Десяти Сферот, и в статьях, и в письмах, что все это одно и то же, все говорится только. Иногда лишь у нас есть, меняется стиль, но все говорится об исправлении Малхут относительно Зерампина, пока не достигают меры подобия, меры связи между ними. Да. Следующий абзац называется из главы Бамидбар, который называется «Знамена», и рассказывает о том, что такое переход по пустыне. Знамена — это очень особая вещь. Мы встречали нечто подобное в Египте. Почему это называется, что Творец перешагивал Пейсах, он Пасах, он перешагивал через дома Израиля, а на дома египтян сокрушал их ударами. Пока понятно, кто готов к выходу, а кто получает исправление, которое называется ударами. Вся земля Египта, все те желания, которые не могут присоединиться к выходу, к подъему над эгоизмом, и быть как сыны Израиля в бегстве из Египта в пустыню, горе Синай, но в желании подняться над этим, то те желания получают удары, и понятно, что их нельзя использовать, а египтян, а Израиль можно. И вот это перешагивание называется Песах. Вот здесь вот этот пропуски, вот эти, все одни и те же принципы в процессе, который мы проходим, потому что это желание получать, который каждый раз исправляется, и здесь это работает в виде знамен. Знамя — это тоже имеет тот же корень, как и Пейсах, тоже пропускание, поэтому знамена — это очень важная вещь, потому что с их помощью мы продвигаемся. Как и в Египте, у нас
было перешагивание над порогами, поэтому это дало силы, прояснило, и стало понятным, какие силы должны быть для выхода. И эти силы смогли собраться вместе в единую силу, достаточную силу для бегства из Египта. И сейчас эти силы соединяются другим образом, согласно порядку, то есть это направление на восток, и Иуда, и Рувен, и Ефраим, и Дан, и каждый из трех, 12 частей, выстроены, но каждый при своем знамени, при своем... эти символы очень важны, потому что здесь выяснение в пустыне, это тоже некая тьма, как в Египте, только немного другим образом, но все-таки это новая ступень, иная, и здесь есть понятие выяснения, с какими желаниями продвигаться вперед, с какими нет, какие желания нужно пропустить, а с какими двигаться. И вообще статья «Знамена», вот это открытие, вот этого выход со знаменами, это очень важно. И в общем, в реализации человека, в этом продвижении в пустыне, это принципиальное, основополагающее, это анализ. Пункт 36. Переходы в пустыне совершались с целью раскрытия свечения Хохма, ибо не раскрывается свечение Хохма иначе, как только во времена перехода, представляющего собой поочередное раскрытие линий, одна за другой. То есть прежде говорится о правом, о левом и о среднем, потому что невозможно работать иначе, чем в силе отдачи, это Ур-Хасадим, правая линия, когда его обретают в полной мере, откуда знают, что это в полной мере, пока не поднимаются над эгоизмом, таким образом, что удовлетворяются хафец хесед, меры радости, как мы изучаем, и это является проверкой того, что хотят в этом быть, удовлетворяются этим состоянием хафец хесед, который не желает больше ничего, и тогда это происходит в пробуждении свыше, или левой линии, когда человек из этого хафец хесед даже не может выйти, настолько он слит с отдачи, прикреплен к отдаче, и тогда пробуждают его уколом, ужаливают его, как говорится в этой притче из Зоар, когда змея ужаливает лань, и тогда начинается работа с левой линией, в том, чтобы присоединить ее к правой, в том, чтобы подчинить ее правой линии. Всегда это в наклоне к правой линии. Откуда мы можем знать, насколько пробуждать левую линию, чтобы она была не более того, чем мы способны работать, то есть продвигаться. И есть у нас такая мера, пока мы можем работать с Малхут, которая включена в Бину, и с нашим Ахавом, чтобы он стал Ахав де Алия, снизу вверх. Это является проверкой, поэтому есть свечение Хохма, но оно распространяется снизу вверх и раскрывается от хазеи ниже, ступени не от хазеи выше. То есть мы всегда сохраняем контроль над хасадим, хасадим над свечением хухма. И так человек формирует себя, свое внутреннее строение в этих четырех станах, которые вокруг шатра Завета. Это такое строение. Шатер Завета — это место Зивуга, происходит внутри, вокруг него левиты, и в продвижении Юда находится во главе, он выстраивает кли души своей, и там раскрываются эти силы, три линии, и получающие их — это Малхут души. Пожалуйста. А когда они завершали свои переходы, то останавливались на отдых и не проявляли свечение Хохма, ибо раскрытие свечения Хохма — это подъем, и вместе с ее раскрытием рассеиваются все клипот, ибо свечение Хохма изгоняет их.
И действительно, мы, когда мы читаем книгу Мидбар, мы увидим, насколько они сидели много времени в каждом месте, пока они там вставали, переходили, снова осаживались, и вся эта география, вся эта история, мы можем понять, почему, откуда она. Говорится о желании продвижения по пустыне Синай. Это наше желание, которое еще по сути своей называется пустыня. И вся эта форма, это как пустыня Синай, и продвигаются особым образом, особым устройством всех этих колен во внутреннем своем строении. Это желание человека, так они выстраиваются для того, чтобы властвовать над желанием, которое называется Сина. Ненависть пока еще не исправлена. И это должно осесть на каждом месте, прежде чем обрести новую ступень в управлении над желанием в пустыне Синай. И вот это поселение, эти лагеря, эти станы, в которых были сыны Израиля, как бы отдыхали там, это очень тяжелая работа в том, чтобы собрать силы правой линии, силы хесед, и с ее помощью начинают раскрывать левую линию и приводить это к средней линии, это уже продвижение. Соответственно, этому мы, если мы углубимся в эти главы недельные, то перед нами будет... И мы увидим, почему вдруг с ними происходят разные явления, в плохом и в хорошем смысле, как бы. И мы сможем понять уже, в каком процессе они продвигаются. Постепенно человек начинает узнавать свою внутреннюю карту, свое внутреннее строение, как внутри себя он продвигается к осознанию, к их познанию своей души и в ее исправлении. Да. Но когда заканчивается переход, это уже свечение Хасадим. И так как переходы совершались в пустыне, вместо нахождения внешних, то необходима особая предосторожность, чтобы те не присасывались к ним. Потому что пока еще эти желания внешние, они пока еще не могут быть в ради отдачи, а только в ради получения. Там, где скорпионы, змеи, то место, где не может быть урожая, а только еда с небес, ман. Сейчас переходим к отрывку, который находится в Псалмах, в 43-м пункте. Его обычно произносят во время чтения молитвы Шма. Как человек представляет свой духовный путь, описывая книги Зоар. Пункт 43. Таково оно дерево, Малхут. Когда люди вручают ему первую душу на хранение, то все души обитателей мира забирает оно, и все ощущают вкус смерти. Ибо это древо смерти. Потому что берет для себя, как будто бы хочет высосать весь этот сок со всеми силами из Зерампина, но, да? Если Малхут обособлена от Зерампина, древо жизни, поэтому называется древо смерти, то она древо смерти. Все? То есть снова мы говорим о соединении Малхут, которое собирает все души, разбитые души. Это мы. Над Парсой. Парса — это некая граница во мне, где я решаю, что я должен находиться в отдаче. Так человек пусть найдет в себе такую психологическую линию. Я должен находиться над этим. Это хорошо, это не истина, это не та настоящая парса, о которой говорится, но все-таки как-то представляет себе, что я готов оставить все и передать себя, находиться к отдаче. И таким образом мы
включаемся в Малхут Мира Ацилут, Малхут де Ацилут. В той мере, в которой мы включаемся в нее, мы передаем этой Малхут, мы передаем ей желание отдачи нашей. Когда мы хотим находиться в отдаче, но нам не достает сил. Мы не способны. Мы даже не хотим находиться в отдаче, но мы хотим, несмотря на то, что мы не хотим. Это называется наше настоящее желание. Да? И в соответствии с этим Малхут начинает получать от Зарампина, это можно нарисовать его рядом с ней. Можно обозначить Зарампин. От Зарампина вначале начинает получать силы. Если Малхут просит у Зарампина, требует от него силы отдачи, он дает ей это, и тогда оба они растут. Он растет тем, что он дает, потому что у него весь рост происходит от того, что он получает от Бины. И тогда Зарампин растет, соответственно, тому, как Малхут требует от него, и растет, и вместе они называются древом жизни. Тогда как если нет зивуга между ними, древо жизни. Но когда нет зивуга между ними, а Малхут находится в отрыве от Зарампина, она все хочет только для себя привлечь, потому что это требует разбитые души от нее. Тогда Зарампин отворачивается от нее обратно, не по направлению к ней. Она остается сама относительно себя. Оба они называются древом жизни в соединении, потому что древо — это Малхут. Но поскольку получает от Зарампина. А так, в этом случае, она становится древом смерти. И поэтому в нашем выборе, в нашей работе, это обратить древо смерти, Малхут, которое находится в состоянии смерти, сделать из этого древа жизни, и тогда души, они как... Они являются результатом, плодами. Плодами этого древа жизни. И праведники — это плоды древа жизни. Да. Орен, что? Мы изучаем главу Бамидбар, и мы прочитали отрывок из Зора, где сказано о том, что пустыня — это опасное место, где есть власть внешних, и нужна особая предосторожность. Вопрос. Что это за состояние пустыня? Какие опасности нас там подстерегают? И какие предосторожности я должен там проявлять? Чем больше человек продвигается, он становится более тонким в своих внутренних определениях. И бур, и ника, мухину, уже есть больше силы. Силы более сложные, более в сложном соединении между собой, тогда его выяснение становится более тонким, буквально как пинцетом, с большей точностью. И поэтому это называется более опасное состояние, потому что он видит это, он... Ребенок что-то видит? Нет, не видит. Он может что-то сломать, что-то уронить. Они... Дети говорят справедливо, это само сломалось, само разбилось, потому что он заранее не видит, что это может разбиться, он не видит причину и следствие. И... Для него это удивительно, не то, что он хочет говорить, не то, что он обманывает. Он не обманывает, у него нет связи между причиной и следствием. Потом, когда возникает связь, это уже называется мера осторожности, согласно связи между тем, что я способен выполнить, сделать между добром и злом, неважно, чем далее человек продвигается, становится более осторожным, более... испуганным, более деликатным, более тонким, более чувствительным, имея множество сил,
но и также много разума, много видения вперед. Со всем, что есть перед ним, он становится очень и очень таким напряженным, потому что видит множество разных вещей, за которые он вдруг начинает быть ответственным. Ведь он становится связанным со всеми остальными душами. Он начинает видеть, заботиться, они зависят от меня. Понимаешь, какая разница между парнем и отцом семьи? Парень встает утром, не хочу идти на работу. А отец уже должен заботиться о многих вещах. Чем далее продвигаемся, есть все больше проблем относительно Египта. Движение в пустыне — это движение намного более... Мы ведь проходим те же самые этапы. Заканчивается Египет. Мы производим апгрейд буквально на более высокой ступени, мы продолжаем выяснять далее все эти вещи и исправлять потом еще на более высокой ступени в земле Израиля. И далее, после земли Израиля, это последний этап, когда есть разбиение посередине, это происходит во всем мире, так как мы сейчас находимся в этом состоянии. Процесс один и тот же, но мы в состояниях первом, втором и третьем становимся все более и более понимающими, чувствующими связь. Система раскрывается, и состояние становится более опасным. Да. А что будет меня охранять в пустыне? Только свет свыше. Это вопрос вопросов. На это нет иного ответа. Только свет может уберечь, только свет может выяснить. Соответственно, подготовки человека, но у нас нет иной силы. Это понятно. Осторожность и защита может быть только с помощью этого. Чем более продвигаются, тем более становится зависимо от света. Как человек, который развивается, человек в нашем мире, это самое нежное животное. Нам нужна одежда, нам нужно особое питание. Мы не можем просто так взять что-то из земли. Попробуй поесть какие-то отбросы или какой-то мусор. Смотри, какие дома нам нужны. Чем далее продвигаемся, ты видишь, жизнь вынуждает нас так продвигаться. Не то, что мне хочется делать что-то. Нет. Все это вместе, мое внутреннее продвижение, мой эгоизм, который растет, который продвигается таким образом, он подталкивает меня на его исправление, на его восполнение. Всякие мобильные, телефонные, и отопление, и охлаждение, все, что... Я не живу в этом мире. Я живу в каком-то... в какой-то будке, не знаю, как сказать, в какой-то оболочке, скажем, красиво выражаясь, которую я построил для... Попробуй вынь человека из него. Кто он такой? Он не сможет существовать. Я иногда смотрю на людей, которые идут в путешествие какое-то. Мы так случайно попали в магазин для туристов. Я посмотрел, это самая естественная вещь, человек и природа. Я посмотрел на все эти амуницию, которые там были на полке. Сколько человек создает для того, чтобы выйти в природу? Такая естественная вещь. Это деревья, это небо, это земля. Посмотри, сколько ему нужно, сколько средств, сколько амуниции, сколько он должен взять с собой вещей. Это тонны разного оборудования. Понимаешь? Чем далее продвигаемся, то жизнь становится более опасной. Да. Да, Эли. Вы говорили о том, что человек по мере продвижения, он становится отцом семьи и чувствует ответственность. Как можно до того, как он чувствует это, предвосхитить это ощущение? Невозможно. Дети делают из человека родителя.
Молодая пара, пока у них нет детей, это еще не семья. Семья — это средняя линия, это что-то между ними. Две линии — это ничто. Парень и девушка — это пока еще ничего. Поэтому так это, без потомства это не семья. Должен быть результат и выкуп, когда выше дает силы, экран и продолжение. И тогда, когда они держат, удерживают себя и продолжают, это называется душа, душа состоявшаяся. Но все же, может быть, есть какой-то совет, как можно побудить Высшего к тому, чтобы нас взрастил? Потому что есть люди по всему миру, которые сейчас мы видели на съезде в США. Есть пробуждение в США? Да. Прежде чем мы это почувствуем, мы должны что-то дать человеку, иначе будет очень тяжело. Что значит трудно? Ты должен обнаружить хисарон для чьей помощи Высшего, для того, чтобы объединиться. Высший не дает помощь ни в чем, только для создания кли. Создание клея с помощью высшей силы, с помощью света, но должен быть хисарон снизу. Желание, хотя бы хисарон. Сила исправления свыше, но мы должны дать высшему хисарон, что мы хотим, чтобы ты соединил, наши хисронот, наши желания в единый, в общий. Дай, чтобы у каждого был правильный хисарон к равуту, к поручительству. Пойдем назад. И так далее. Забота о том, чтобы у моих товарищей тоже были вот эти хисронот, и они бы перешли ко мне, и ты с такими циркуляциями, чтобы они вращались и переходили от одного к другому, эти хисронот, эти желания, забота в сердце человека увеличит меня, и так мы будем продвигаться, и будет у нас о чем просить. И так каждый раз, до конца исправления, все исправления не только в соединении между нами, все в более большем объединении. И поэтому просьба только одна, нет иной молитвы. Молитва за объединение, потому что это было местом разбиения. Внутри соединения ты раскрываешь силу исправляющую соединение, это называется света, возвращающий к источнику, Тора, внутри света, возвращающего к источнику, в Торе, который соединяет, буквально склеивает место разбиения, ты раскрываешь в этом исправлении Творца. Это называется, что ты приносишь ему свое желание, которое называется Исраэль и Шаркель, и он исправляет эти желания, и Творец наполняет их. И, в общем, это происходит внутри души. У нас нет другого места, у нас нет ничего другого, кроме того, что там Ацмуто, корень того, что, о котором мы ничего не знаем. И это то, что мы и учим, и только. И те исправления, которые мы проходим от неосознанного, от неизвестного, пока мы не начинаем понимать, и находимся в Египте, но все эти ступени, даже во зле, относительно разбиения, относительно цели. Если просто так человек плачет, что ему плохо, то это ничего. Поэтому нам нужно распространять науку Каббала, чтобы они знали, от чего плакать, почем плакать. Это тоже большое дело. Это уже грешники, которые раскрываются, и ты уже определяешь, что это зло, потому что я не достигаю отдачи и так далее. Но мы продолжим еще немного. Есть отрывок из Торы, который говорит, что такое выкуп первенца. И говорил Бог к Моше: «Вот я взял левитов из среды сынов Израиля, вместо всех первенцев, открывающих утробу и сынов Израиля, чтобы моими были левиты. Ибо всякий первенец мой, когда поразил всех первенцев в стране Египта, освятил я себе всех первенцев Израиля, от человека до скота, принадлежат они мне, я Бог». Да, относительно левитов,
То, что они находятся отдельно, они также не были в грехе. Мы поговорим об этом. Это целая глава посвящена этому. Прежде всего, это дополняет Аарона, потому что ведь Надав и Авиу, они согрешили. Ну, как бы согрешили? Они продолжили гар, мы учили это недавно. И поэтому левиты приходят восполнить. У него было четверо, как бы, сыновей, и две этих силы, двое сыновей отменились, приходят левиты со своим стадом, то есть с уровнем животным, все присоединяется к работе в шатре, они совершают работу в шатре завета, и должны покрыть и раскрыть его, и устроить его, и все подготовить к движению. Все эти силы нашей души, которые действуют внутренне, подъеме со ступени на ступень, можно сказать так, силы, которые связывают Малхут и Бину между собой, они называются левиты. У меня нет слов. Может быть, почитаем при случае в других местах, у меня появится определение. И то, что он должен сейчас дополнить деньгами 5 шекелей, то есть кесов, кесуфа, покрытия, это количество левитов и при выкупе первенца. Мы будем изучать это как-нибудь. Это силы души нашей, которые человек постепенно выясняет. И хоть они связаны с Малхут, находятся в Малхут, но связаны с Биной. И поэтому он говорит, мне они принадлежат, я Бог. Такие силы Малхут, которые могут быть посредником между Биной и Малхут. Да. Совсем непонятно, что такое левиты, потому что левиты — это левая линия, почему они не в левой линии, почему есть эта скиния, что это за работа, которую они делают. Мы говорили, что это свойство хеседа, которое на каждом уровне покрывает все желания. Но что такое? Что за функция, которая называется левиты, которая отделяется от всех остальных колен? Левая линия, что с ней происходит? Да, но ведь Бина тоже левая линия, и Малхут тоже левая линия. Левая линия — это вся природа. Левая линия — это не то, что что-то присоединяется, и правую ты строишь тоже над левой, поэтому с одной стороны, откуда приходят коины, они тоже относятся к леви. Да. Но это не колено, которое сейчас идут с восточной стороны или с северной стороны. Это нечто иное совершенно. Это какое-то другое создание. Почему? Да. Есть понятие начала ступени. Может быть, из этого ты поймешь. Мне трудно объяснить. Я признаюсь. Здесь мы должны читать об этом, и у нас появятся слова. Есть понятие начала ступени между одной ступенью и другой. Начало ступени — это когда Ахав Высшего связывается с Гальгальтинаем Нижнего, и между ними возникает новая сила, я бы сказал, новое семя, нечто, что обновляется, то, чего не было прежде, как решимо. Новое начало, вот это, называется леви. Поэтому он говорит, Творец говорит, я беру их как старших сыновей, как первенцев, вместо всех выкупов, которые ты должен был как бы дать мне, я беру этих первенцев, этих левитов, все, что относится к ним,
принадлежит мне. То есть это новая ступень каждый раз. И в продвижении из них потом возникают сыны Израиля, то есть из всех этих групп, четырех групп, которые продвигаются, но левиты, даже из этого строения ты можешь понять, что есть шатер завета, вокруг него левиты, вокруг левитов есть уже Иуда, Рувен, Эфраим и Дан в направлении востока. Так это выстраивается, да. Можно сказать, что это как части Малхут Бины, как Одем Даима, то, что мы говорим. Вот это не относится к нижнему, это хисарон высшего. И да, и нет. Поскольку это новая ступень. Если ты говоришь «Малхут» и «Бина», это как бы миры. Если ты говоришь о том, что это внутри души, которая растет, это душа. Это души. Из решимо. Это первое, что входит в контакт с Творцом. Из нашей души это Коэн, Леви и потом Исраэль. Также и правая, левая и средняя линия. Но это левая основа. Это без этой левой линии нету контакта. Почему это называется святой работой, самой важной в Шатре Завета? Как это может быть без левой линии? С помощью чего ты приблизишься к Творцу? Вся работа в Шатре Завета — это место контакта, место связи. Как же без Авиюта? Коэны и Леви, они не такие симпатичные, согласно своему характеру, так говорят. Коэн, он такой, такой полон гнева. Да. Да, Орен. Левита, ты видишь их характер? Они упрямые все такие. Вопрос по другой теме. Мы изучаем сейчас главу Бамидбар, но она связано с праздником Шавот. В чем смысл такой привязки между главой Бамидбар и праздником Шавот? Праздник Шавот — это все. Это получение силы свыше. И с помощью этого мы вместо смертельного яда и древа смерти мы достигаем связи с Творцом. И потом мы реализуем это движение в пустыне, в наших желаниях, которые мы должны исправить. И удостаиваемся, самое главное, после всех этих вещей, свободы от ангела смерти. Это называется получение Торы. Вся концентрация Торы — это в десяти заветах. Это высечено на скрижалях. На скрижалях, то есть на желании, когда ты из желания создаешь форму десяти заповеди, и тогда все желание, оно становится подобным Творцом, живому. Этим ты спасаешь себя от смерти. Быть в самих этих скрижалях, в камне, на то, что написано на скрижале, «Я Творец». Так как мы изучаем о буквах, что человек своим желанием, он создает форму отдачи, как Творец, и этим он поднимается из уровня смерти, отрыва от Творца, к тому, что называется живым, состояние жизни, древо жизни, свобода от ангела смерти. Если ты можешь высечь на своем сердце, написано на стенках сердца, вот эти 10 заветов, которые представляют всю Тору, мы изучаем это также в предисловии книги Зор, то, как эти 13 исправлений, Дикна, Юдгимл, и все эти 613 заповедей, как они находятся в этих 10 заветах. 10 сферот, да. Как сегодняшнее человечество 21 века, какое оно имеет отношение к пристанию горы Синай? Я думаю, что мы находимся
в египетских казнях. Снова, прими в расчет, что Египет — это силы и свойства от одного конца до другого. Есть такие, кто чувствует себя как фараон, есть такие, кто чувствует себя как рабы, есть посередине между ними и народ Египта, и народ Израиля, все разделены на колено, все рассеяны, разделены. И так это в каждом, и так это во всем мире. Есть такие, кто в нашем мире, если ты их спросишь, была ли мировая война, они спрашивают, какая война, в каком мире? Есть такие тоже. Ты спрашиваешь, он как кошка, ничего не знает. То же самое в человеке, в каждом из нас, и так во всем мире. Поэтому относительно кого ты говоришь, что мы находимся в каком состоянии? Что значит в мире, если ты говоришь о людях, которые находятся, скажем, в первой шеренге, то они начинают чувствовать, начинают серьезно ощущать, что мы находимся вот в этих казнях, под ударами природы. Относительно них Творец не раскрывается. Есть такие, которым уже раскрывается что-то, относительно, скажем, тех, кто изучает науку Каббала, прилагает усилия, они уже начинают ощущать, что эти удары приходят от Творца. Есть такие, кто чувствует что-то, удары от Творца, не знаю, но египтяне в Египте, они что, знают, что это от Творца? Ну, там жрецы, фараона. Есть уровни, есть ступени. Я думаю, что мы находимся вот в этих египетских казнях. Они не должны проявляться нам явно. И те, кто находится в тьме египетской, им тоже непонятно, что это за удары. То, что Тора рассказывает нам, не то, что это каждый так понимает и увидит в этом руку Творца, но только особые люди. Но находится в состоянии хорошем, в состоянии продвижения. Я надеюсь, что мы приближаемся к раскрытию Торы, что мир — это критическая точка. Это и называется «Вы стали мне народом», что с тех пор и далее мы можем отсчитывать ступени исправления, начиная с дарования Торы. Будем надеяться, что мы находимся близко к этому, к тому, что люди начнут понимать, что без силы, без высшей силы, дающей нам свойства отдачи, мы не сможем просто выжить больше в этом мире. И будем надеяться, что это осознание, оно будет больше через распространение науки Каббала, чем через удары. Где-то полгода там назад вы раскрыли книгу Зоар для всего мира. Каково место этого этапа в этом процессе развития человечества? Прежде всего, мы видим все больше и больше, от раза к разу, от недели к неделе, насколько книга Зоар говорит о тех же вещах, которые мы изучаем буквально. Он объясняет нам и связывает нас с Торой. Книга Зоар, как сама глава, как объяснение, как толкование, комментарий на пятикнижье Торы, связывает нас со статьями, с письмами, с учением о десяти сферот, с древом жизни, все, что мы изучаем в Каббале, и связывает с текстом Торы. В сущности, это образует некий мост такой, когда ты начинаешь видеть, что говорится о душе. Неважно, говорится это словами «фараон», «Египет», «Моше», «шатер», «пустыни» и так далее, либо говорится о «юткей», «вавкей», в душе три линии, либо говорится о группе, либо говорится о буквально одно и то же. Вдруг это становится чем-то одним, и легче объясняется это для себя, но от других зависит от них. Но Зоар здесь видно прежде всего, что он выстраивает как бы все как единое целое. И кроме этого, ты получаешь такие внутренние силы, что ты можешь видеть, что это одно целое, что ты можешь видеть, что это душа. И в ней мы продвигаемся, ее мы раскрываем. И все зависит только от объединения. Посмотри, как и в этой главе
все говорится. Даже о том, как народ Израиля выстроен, поделен на колено, на группы, на стороны. И все это для того, чтобы что? Служить другим и в итоге достичь полного кли, в котором раскроется Творец. В шатре Завета. Ну, и к нашему сожалению, на этом мы должны заканчивать. Так, всем шаббат шалом. У нас, может быть, есть еще песня? Песня. Ну, пожалуйста. Shabbat Shalom.